Сегодня в меню – яблоки на зиму для детей. Друзья, регулируйте ингредиенты на свой вкус и цвет. Ингредиенты. Сахар – 300 грамм. Яблоки – 1 килограмм. Вода – 100 миллилитров. Ароматизатор ванильный – 3 капли. Если вы не знаете, как заготовить яблоки на зиму для детей, то просто приготовьте из них нежнейшее яблочное пюре. От такого полезного и вкусного десерта в зимнее время не откажется ни один сладкоежка. Ингредиенты указаны на две емкости по 0,3 литра. Ароматное яблочное пюре можно намазать вместо джема на бутерброд с маслом, дополнить им свежую сладкую выпечку или же подать к сырной тарелке. Обязательно заготовьте такое лакомство на зиму. Расчет ингредиентов указан для двух банок по 0,3 литра. Подготовьте указанные продукты. Яблоки можно использовать любого сорта, но если они кисловатые, то вам придется немного увеличить норму сахарного песка. Яблоки очистите от кожуры, промойте в воде и срежьте с очищенных фруктов всю мякоть. Кожуру лучше всего не использовать, так как на сегодняшний день практически все яблочные плоды обрабатывают парафином. Выложите нарезку мякоти в ковш, казан или сотейник. Сыпьте сахарный песок, добавьте несколько капель ванильного ароматизатора и влейте воду. Поместите емкость на плиту, включив умеренный нагрев. Тушите яблоки примерно 15-20 минут до мягкости, прикрыв емкость крышкой. Отпюрируйте всю массу погружным блендером, превращая ее в пюре. Ошпарьте банки и крышки кипятком или простерилизуйте любым удобным образом. Яблочное пюре верните в казан, если измельчали его в другой емкости, доведите до кипения. Выложите в горячие банки и сразу же плотно закатайте по резьбе крышками или закрутите с помощью ключа для консервации. Дайте остыть при комнатной температуре, а после перенесите в кладовую, подвал на хранение. Заготовка отлично хранится в прохладном помещении. Не забудьте оставить немного лакомства на пробу. Приятного вам аппетита! Уважаемые зрители, подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять его на просторах YouTube. Нажмите, пожалуйста, на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео. Поставьте лайк. Оставляйте комментарии, расскажите об этом рецепте друзьям в социальных сетях, кнопка под видео «Поделиться». Любой выполненный вышеперечисленный пункт дает толчок развитию данного канала. Большое вам спасибо!